В Бразилии со всей ответственностью готовятся обеспечить безопасность во время чемпионата мира по футболу, который состоится летом 2014 года. Здесь намерены справиться с любой угрозой, в том числе и с терроризмом. В свете такого большого события, как чемпионат мира по футболу и, конечно, Олимпиады, наша миссия состоит в подготовке к любым потенциальным угрозам, ведь сюда прибудут делегации из стран, которые являются мишенями терроризма. Элитная команда саперов, принадлежащая полиции Рио-де-Жанейро, сейчас проводит испытания нового оборудования в специальном здании с толстыми стенами. В распоряжении специалистов – роботы с дистанционным управлением и другие достижения техники. Они моделируют макеты взрывных устройств, а также используют рентгеновские технологии для обнаружения бомб. Мы удалили подозрительный объект и перевезли его в безопасное место, где использовали рентгеновский аппарат, чтобы проверить, есть ли там бомба или самодельное взрывное устройство. До футбольного чемпионата в Бразилии осталось всего несколько месяцев, и опасения в отношении безопасности на мероприятии продолжают расти. Так недавно сообщалось, что одна из бразильских криминальных группировок уже угрожает терактами.